фашисты? Такие чуть побольше 300, а чуть поменьше такие 200. Вот поменьше, да? Да. Они расправятся. Конечно, еще. Конечно, еще распахнут они. Вот я очень хочу ради запаха. На кухне поставить. Да, поставить на кухне, чтобы да. был запах. Держите. Спасибо огромное. Наступающим вас. Мы не устояли перед хвойным ароматом. Выбрали пихтовые ветви. Они самые запашистые и стоят недорого. 20 декабря в Одинцовском районе открылись традиционные елочные базары. 7 торговых точек, оформленных в едином фирменном стиле проекта «Зима» в Подмосковье, будут работать ежедневно с 10 до 8 часов вечера без выходных. Чтобы ваша новогодняя красавица радовала вас все праздники, нужно обратить внимание на цвет иголок. Они не должны быть желтыми. Провести по ним. Если она не осыпается, значит елочка свежая. Из Перми, из Пензы, Сибири, питомников Владимирской и Кировской областей. Метр российской ели обойдется в среднем 800 рублей. Сосна, иголки которой покороче, выйдет гораздо дешевле. А вот датские хвойные красавицы самые дорогие – 2000 за метр. Пока горожане натуральные деревья покупать не торопятся, украшают квартиры искусственными елками. В городе как-то решили поставить искусственную. И вчера вот тут с Фетра сделали еще елку специально детскую. Так что у нас две елочки, можно сказать, здесь. С настоящими деревьями забот, конечно, больше. Поставить в специальную емкость, налить воды. Специалисты советуют добавить аспирин, чтобы дольше не опадало. И повнимательнее с иголками. Большим спросом пользуются небольшие готовые композиции из еловых веток, фруктов и декора. Здесь натуральная елочка, игрушки, свечки. И поливается это, конечно. И держится 2 месяца. Такая композиция. Можно дома держать. Даже если тепло, как бы, влияет. Но все же новогодний праздник без настоящих елок не бывает. И пусть его украшают искусственные атрибуты, запах мандаринов и живой хвои не заменишь ничем. Вот букетик подарили, даже бесплатно. Очень хорошо. Елочка будет дома искусственная, а запах натуральный будет от этих веточек. Будет приятно. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».